Уже завтра в Прикамье ожидается похолодание, возможны ночные заморозки. Об ухудшении погодных условий в ближайшие дни предупреждает региональное МЧС. По данным ведомства, температура воздуха в ночное время может достигнуть отметки минус 2 градуса. Днем также будет прохладно от плюс 5 до плюс 12. На северо-востоке региона ожидаются дожди со снегом. Спасатели также рекомендуют дачникам укрыть деревья защитным материалом и следить за исправностью печей и электрических отопительных приборов, чтобы избежать пожаров.